По всей России, в том числе и в Тверской области, первоклассников будут принимать в школу по новым правилам. В частности, нововведения коснутся срока подачи заявлений в учебное заведение. Об этом в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказала заместитель министра образования Тверской области Наталья Скворцова. Подробности у Натальи Чекет. Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. Дата старта будет одна. А завершаться прием заявлений от родителей будет 30 июня. До 15 марта должно утвердить и сдать и на своем сайте разместить приказ о закреплении территорий. Данный приказ создает, конечно же, муниципальный орган управления образованием, но этот приказ касается каждого образовательного учреждения, общеобразовательного учреждения Тверской области. И на сайте муниципального органа управления образованием, на сайте образовательной организации размещается данный приказ. Родители могут посмотреть, какое образовательное учреждение закреплено непосредственно за тем адресом, где проживает в данный момент ребенок зарегистрирован. Родителям будущих первоклассников, которые хотели бы отдать детей в школу не по прописке, подавать заявление нужно с 6 июля. К этому времени будут сформированы списки детей, которые пойдут в первый класс в школу своего района. И если в конечном итоге остались свободные места, родители могут рассчитывать, что их ребенка зачислят в то учебное заведение, которое они выбрали. До 5 июля можно посмотреть на сайте информацию о наличии свободных мест. И если таковые места есть в образовательном учреждении, то, конечно же, любой родитель имеет право выбрать образовательное учреждение, то, которое нравится ему, то, в котором бы хотелось, чтобы обучался его ребенок. Такое право у родителей есть. И для этого после 6 июля, начиная с 6 июля, родитель может пойти в любое образовательное учреждение, где есть свободные места. Подать заявление на прием в первый класс родители могут лично через портал госуслуги или отправить заказным письмом. Отказать в приеме в первый класс в государственной школе могут лишь в одном случае – при отсутствии свободных мест. Но тогда к решению проблемы зачисления будущего первоклассника в образовательное учреждение должны подключиться органы управления образованием. А по всем возникающим вопросам можно обращаться в Министерство образования Тверской области или в редакцию ТРК Тверской проспект по номеру 300-341.